Всем здарова, дорогие друзья, с вами Даваска. 1 октября вышла такая игра, как Call of Duty Mobile. И на мой взгляд, это здравый конкурент всем батл роялям, которые уже есть на игровых платформах. Давайте в этом видео мы рассмотрим эту игру и в конце видео подведем, составит ли эта игра реальную конкуренцию или же нет. Я желаю вам приятного просмотра, погнали! Последнее время я заметил, что под моими комментариями пишут очень много начинающих каналов, у которых фиговые превьюшки, у которых оформление не такое красивое. Поэтому я рекомендую вам моих дизайнеров, их группа по ссылочке в описании, у них самые дешевые цены и делают они максимально качественно. Ссылочка на группу в описании. Итак, короче, игра... О, игра Call of Duty Mobile. Давайте рассмотрим сначала лобби. Лобби, в принципе, сделано максимально понятно, красиво. Тут там всякие вертолетики и т.д. Тут есть два режима. Это сетевая игра, где вы 6 на 6 воюете. Возможно, на даже и более там вот... Что-то можно там один из семи там пригласить. Но, по-моему, игра 5 на 5, если я не ошибаюсь. Также есть классический батл рояль. Так, ну, в принципе, давайте посмотрим. Запустимся в игру. Я вам расскажу, что да как. И, в принципе, рассмотрим эту игрушку. Сейчас пройдет загрузочка. Загружается очень быстро. Сразу же скажу недостаток, который лично я заметил. Вот это телефон Snapdragon 855. Предыдущий мой телефон Lecoole Max 2, у него 820 Snapdragon. И лично для меня играть уже на нем, ну, стрёмно неудобно. Поэтому... Если у вас достаточно мощный телефон, то спокойно скачивайте и играйте. Но если у вас уже телефон послабее, то играть вы конечно, можете, но уже не с таким комфортом, как люди, играющие с более мощных устройств. Это сразу же первый косяк, который я заметил. Это все исправляется, называется оптимизация. В принципе, давайте я вам... покажу мир. Графика тут очень-очень годная. Лучше, чем в FF, лучше, чем в PUBG, лучше, чем в Rules of Survival. Она нереально годно смотрится. Тут классное управление. Кстати, вы заметили, что нету кнопки лежать? А функция лежать есть. Просто зажимаем присесть, и персонаж ложится. Максимально продуктивно сделано. Далее есть подкат. Очень круто. Также можно сменить навыки персонажей, но давайте насладимся этой заставочкой. Я просто помолчу, а вы посмотрите. Восемь вертолетов, три конвертоплана, и все они летят вот так вот. Ля, красиво сделано. Очень классно, очень нравится. Так, далее смотрим на полет. Примерно знаете, сколько персонаж падает в PUBG и FF? А теперь смотрите, сколько полета занимает в колде. Просто это уже открывается парашют. То есть не надо там планировать долго все такое. И все, мы уже на земле. Очень быстро, очень классно. Далее также оружие лежат в домах. Ну, еще стоят вот такие ящики специальные. Так, где они? Я же видел. Ладно, сейчас мы найдем. Это не проблема. Тут огромный ассортимент оружия, как и снайперских винтовок, так и автоматов, ППшек и так далее. Очень много всего. Чел там носится. Также, пацаны, вот кто умеет играть в три пальца, для вас это идеальная игра.
Я учился играть в три пальца. В ФФ у меня не получается играть в три пальца. В PUBG я играл в три пальца. Было все реально годно. И тут я играю в три пальца, и тоже все классно. Так, у меня почему-то ТП-шнуло. А. Так. А, понимаю. Тут, короче, есть перки у персонажей, то есть можно выбирать способности, как во Free Fire, но там не зависит способности персонажа от самого персонажа. Тут вообще можно выбирать скин и перки на персонажей. Перки, кто не знал, это способности. Моя любимая способность — это когда ставится вот такая стеночка. Ставится она вот сейчас, я веду в кружочек бесконечное, то есть их не надо искать на карте. Ну, нужно просто подождать загрузку, и снова встает новая стеночка. Очень классно, очень нравится. Также по геймплею какие косяки я заметил. Это сейчас мы найдем домик, я вам покажу. А вот эту машину нельзя залезть, нет, обидно. Так, любое окошечко, во. Лично для меня это косяк, не знаю, как для вас. Смотрите, вот он залезает, и как камера дергается. Ну, блин. Игре, конечно, 3 дня, нет, 3-й день. Но, кстати, иногда камера и не дергается. Но иногда она прямо жестоко тпшится. Поэтому тут тоже зависит от момента. Сейчас зарыжим тело. Так, вот такие у нас тут киллбоксы. Они огромные. Заметьте, их не составляет труда. Так, и чё? Еще косяк я заметил один. Это транспорт. Сейчас я найду машину и вам покажу, потому что для меня реально ужасный транспорт. Осталось его найти. Машина. Тут я заметил всего 4 вида транспорта. Это вот такая машина четырехместная, потом квадроцикл двухместный, потом двухместный броневичок тоже, с которого можно стрелять, как бы это странно не звучало. Там на крыше есть пулемет, за него садится твой напарник. Вот, кстати, квадрик. Так, и вертолет. Вертолет, понимаете? Вертолет. Сейчас я вот просто вставлю момент с видоса. Вы посмотрите, это просто ГГ. Ля, вот я вам только что показал видос с вертолетом, и смотрите, что я нашел. Ля, красиво. Ну-ка, насколько он может высоко взлететь? Ага, максимальная высота тоже имеется. Ну блин, это читеры, это читерско реально. Просто можно взлететь на гору и занять зону. Блин. Кого? Просто взяли, залетели на гору на вертолете. В батл рояле добавили вертолет. Кого? Ну, чем мне не понравился транспорт? Во-первых, нету продолжения движения. То есть, вот мы едем, отпускаю кнопку вперед, и он останавливается моментально. В какой-то степени это круто, не нужно оттормаживаться, но иногда это продолжение движения нужно. Или нужно, хз. Так, почему мне все-таки... Вот, броневичок, как повезло, все покажу вам транспорты. Вот, мы садимся, можно в принципе ехать. Кстати, он самый неповоротливый. Так, просто поедем. ТП шнуло, понимаю. А пинг норм. Пинг зеленый. А, по мне что ли стреляют? Откуда? Ладно, пофиг. Хотя не пофиг, нужно же в зону.
А, вон, чел. А, и смотрите, пересаживаемся и тупо можем стрелять. Найс, да? Вообще огонь. Пушечка. Так, сейчас попробуем взорвать какую-нибудь машину. Так, пересели. Тут, кстати, чтобы пересесть, не нужно выходить с машины. Это годненько. Так, стреляем по машине. Бум. Прикольно. Так, поехали в зону. И посмотрите управляемость. Конечно, я уже привык к управляемости. Но если вы играли в PUBG и FF, и тут вы резко зайдете в колду, вы не сможете управлять транспортом. Он реально заделан. Ну так себе. Честно скажу, такое. Но я очень надеюсь, что разработчики его апнут. Транспорт. Так. Ну чё, я вам все вроде бы рассказал. А, смотрите. Я чё заметил. Прикольная анимация, когда ты хилишься. Просто это самая минимальная аптечка. Ты просто на себя пшикаешь дезиком. Прикольно сделано. Прикольное на решение. И вообще игра в целом неплохая. Вот сейчас на этом мы закончим видос. Вроде бы свое мнение я сказал. Тут классная стрельба. Тут классная графика, классная карта, управление. Лично, что мне не понравилось, это транспорт, оптимизации пока что нету. И, в принципе, это все косяки игры. По геймплею тут, наоборот, в батл-роялях нужно реально долго стрелять в чела. В онлайн-игре достаточно где-нибудь 4-5 пуль. Тут все 10, поэтому можно сразу же привыкать стрелять долго. И я вам скажу, вот я после колды зашел в ФФ. А, собственно, самое-то главное, сравнение. Мы будем сравнивать три игры: колда, PUBG и ФФ. Колда лучше PUBG, но для меня ФФ лучше PUBG. Объясню почему. Сейчас вставлю один момент, и вы меня поймете. Конечно же, это оттяжки. Ни в колде, ни в PUBG нету оттяжки. И лично меня ФФ этим оманит. И ФФ я не брошу. Ролики по колде будут выходить где-то 1-2 раза в неделю. Поэтому давайте, например, сегодня какой четверг. Вот давайте запомним, по четвергам у нас колда. Все остальное время наш любимый Free Fire. Такс. Ну а PUBG лично я уже удалил, потому что смысл играть в PUBG, когда есть колда. Это лично на мое мнение. И напишите в комментариях, естественно, кто досмотрел до этого момента. Я крутой, восклицательный знак, скобочка. Респект. И напишите ваше мнение по поводу этой игры. Всем огромное спасибо за просмотр, всем счастья, здоровья, всем удачи, всем пока. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Ты поставил лайк? Поставил? Не поставил? Еще не понял. Мне встать? Кто-то же. Не ставит, представляешь? Я сейчас могу встать.